Порошенко встретится с Меркель по миротворцам ООН. Встреча глав Украины и Германии планируется 10 апреля. Порошенко встретится с Меркель впервые после ее вступления на четвертый срок. Президент Петр Порошенко планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель 10 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цыгалко в Твиттер. Во время встречи с общиной Мариуполя президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии, написал Цыгалко. В администрации президента уточнили, что Порошенко планирует обсудить вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Эта встреча должна стать первой после того, как Меркель присягу канцлера Германии на четвертый срок. Ранее Порошенко выразил благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануилю Макрону за помощь в освобождении украинских заложников. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.